меня очень прекрасное ощущение, потому что я в Риге не в первый раз, я в этом театре пою уже очень давно, и меня часто сюда приглашают петь, но сегодня было такое знаковое событие, это «Ласточка», «Пучини», «Ла Рондине», и редко здесь, по-моему, она шла, когда-то шла очень давно, и был очень интересный состав участников, и я получила удовольствие. Попыталась сделать все, что могла, потому что все-таки концертное исполнение было, но я пыталась как-то все-таки передать образ этой героини. Но для вас это не первый раз? Нет, я исполняла уже эту партию. У меня даже выпущен DVD-спектакль «Живой» из Берлинского театра Deutsche Oper. Постановщик был Роландо Вилазон. Пучини гениальный композитор, один из моих самых любимых композиторов. Слава богу, что мой голос позволяет мне работать над этими партиями пучиневскими. И мне кажется, музыка сама за себя все говорила. И здесь невозможно комментировать, потому что это очень красивая опера сама по себе. И композитор гений.